Привет, дорогие друзья! Есть у меня вот такая ультрафиолетовая лампа 26 Вт. На Озоне пишут 365 нанометров, но точно не знаю. Появились у меня защитные очки для солярия. Есть у меня и небольшой аккумулятор с преобразованием на 220 Вольт. Но идея ходить с лампой показалось мне как-то не очень. Все же, наверное, проще работать лазером. Была заказана указка, правда, не ультрафиолетовая, такие даже не нашел, а фиолетовая, 405 нанометров. Возможно, с заходом в ультрафиолет. Заказывалась она как 5 милливатт. На самой указке на наклейке написано менее 100 милливатт. Проработала она всего несколько нажатий, кнопка сломалась. Ну а дальше я ее доразломал. Я специально выбирал маломощную, так как есть опыт работы с красной такой мощности. И чтобы не светануть куда не надо. Да и 5 милливатт. Это минимальная мощность, которую я встречал в литературе. Нужно было что-то делать, и была заказана на вид более прочная 200 милливатт. На ней написано менее 1000 милливатт. По ощущениям светит так же, как та, что вышла из строя. Она может и мощнее той красной, что я использовал, но светит какой-то расфокусированной снежинкой. И чем дальше светит, тем больше световое пятно. Красный можно было далеко светить, и ощущения, что точка увеличивается, не было. В комплекте есть насадка «Звездное небо». Раньше я красный работал в полдень, а теперь задумываюсь насчет того, чтобы красный в районе 8 утра, а фиолетовый в полдень. Она, конечно, расфокусированная, но на всякий случай опробировать, думаю, лучше на сорняках.